Гоу забивает гол. Хороший гол сбивает опять Анастасия Марченко. Молодец. С передачи Кики. Удар выше ворот. Вот Анастасия Бунтелева. Денисова. Сейчас в лед забивает этот мяч. Пробивает Кулешова, сейчас чуть-чуть не дотягивает Виктория Потёкла. Но сейчас ответная атака, чем она завершится. И забивает свои ворота, забивает свои ворота. И сейчас команда Спартака забивает мяч. Как раз сегодня отличилась, не игравшая вчера, а длинная фигура. И Круглова забивает этот мяч. Сейчас неразбериха произошла, конечно. И забивает сейчас такой гол в ближнюю девятку просто. И сейчас забивает Лутошкина красивым ударом в одно касание с передачи Ракутиной. И поход... По-моему, это делает команда Спартака. И матч заканчивается со счетом 4-5 в пользу Спартака. Очень насыщенная голами получилась сегодняшняя игра.